Друзья, всем привет! Как я уже говорил, лето, время есть арбузы. И у нас уже вторая половина июля, уже заканчивается практически июль. Сегодня 3 или 4 вот, число. И, конечно же, уже спелые, сладкие, сочные арбузы просто на каждом углу, в каждом овощном магазине. И, конечно же, я не могу не прийти, не побаловать наших любимых с вами гамадрил и их беременных самок. Конечно же, вот такое ведерко я подготовил для них. И сейчас я подойду к нашим гамадрилам и буду их угощать вкуснейшим арбузом. И посмотрим, что из этого получится. Около вольера с гамадрилами стоят посетители, и поэтому меня еще гамадрилы не замечают. Ну вот, стоит мне подойти, и бежит к нам наш любимый Лешик. Привет! Привет, Лешик! Привет! Гамадрилы, ну что, арбузы, вход, ам? Ням-ням-ням! Ох, я люблю эти чавканье! Я люблю чавканье наших гамадрил. Ну-ка. Сочные, вкусные арбузы. Я, конечно, ожидал реакции, что сейчас прибегут все, и Нафаня в том числе. Но Нафаня очень вальяжно идет, потому что Нафаня не до конца разобрался, что же здесь вкусного дают. Держи. А я даю, друзья, арбуз. И вот, смотрите, они тут уже все с огромным удовольствием ждут. Точнее, они очень терпеливо ждут, чтобы с огромным удовольствием слопать арбуз. Все видят, Нафаня в том числе. Кому что досталось? Вон, малышу достался огрызок от арбуза. Тут кому повезет. Ну и, конечно же, вот сладкий сахарный арбуз, как всегда, получает Нафаня. Рядом с ним, друзья, как видите, статус не изменился. Сейчас любимая Ада, Адочка. И вот смотрите, вокруг них лежат арбузы, но Ада не берет. Пока глава семейства не позволит. А он уплетает, друзья, вы знаете, за всех. Даже не за троих и не за четверых, а за всех может уплетать. Но тем не менее, вот смотрите, арбуз лежит, Ада его не берет. Но другие самки с удовольствием подхватывают. Адочка, что тебе не нравится арбузик? Держи манго. Оп, манго тоже успевает выхватить. Нафаня, скажи. Ада, скажи. Нафаня, отдай мне. Держите. Ада. Адочка. Ну-ка, давай. По старой схеме я тебе подброшу манго. Оп. Реакция, конечно, сумасшедшая. Как у каратиста. Хватает на лету. Лешик, ну что? Конечно, арбуз это что-то. Это сказочная ягода. Да, Нафанечка? Конечно. Лешик, что произошло? Вон, смотрите. Лешик рядом с сестричкой. Ну-ка скажи, дай арбуз. Нет, ну все довольны, все лопают. Каждому достается угощение. Нафаня не так активен. Хотя, друзья, надо было видеть лемуров, которые с огромным удовольствием лопали сочные арбузы. И готовы были брать до бесконечности их. Нафаня, поделись арбузом с другими. Не нравится Нафане. Сочная серединка. Нафаня, держи манго. Oh.
прям сейчас убежит. Все, налетели. Наш лешек тоже. Лешек полные руки арбуза, но друзья, вот смотрите, гамадрилы сделали перестановку. Свои бревна все уже переместили поближе к кормушке. Так, наверное, удобней. Удобнее сидеть ближе и вот так высоко наблюдать за всем происходящим. Да, лешек? Мне кажется, лешек занимался перестановкой мебели в этом вольере. Потому что он и занимает сейчас всегда вот какие-то верхние места. Верхние полки, вот смотрите, со мной постоянно на связи и вообще не вот такая маленькая девчонка. Подросток гамадрил. Вот, ну а как вы помните, мы в надежде, что у нас тут в семье гамадрил появятся малыши, поэтому, друзья, всегда наблюдаем за этим, да? Леши. Леш. Иди сюда поближе. Боится подходить, потому что здесь все крупные самки. Нафанечка. Ага, позволил всем растянуть свое богатство. Его. У кого что в руках? А вон девочка. А вон девочка. Аточка, держи, держи, Ада. Еще? Держи. Лешек тут как тут, везде, где раздают еду, он в первых рядах, да, Лешек? Ну что, собрались уже тут у меня. Так, держи, держи, держи. Нафаня. Давай, проверяем, ничего не изменилось. Арбуз уходит с Нафани, и вот он, смотрите, садится на своем любимом месте. И сразу, сразу около него появляется кто-то из членов семьи, чтобы получить свое угощение. Ну, а около кормушки, смотрите, здесь подростки. Здесь вот наш Нафаня качается на этом. Нафаня. Лешек качается на своем кресле. Вот он всегда в центре экрана. Ну и, конечно же, вот сестрица Лешика. И увидели они других посетителей, которые хотят передать свои угощения. И тоже собираются идти к ним. Вот как меняется внимание, как одних посетителей встречают и как ко мне. Уже все, что можно было у меня, они в принципе получили. Единственное, осталось еще несколько кусочков арбуза. Вот, все-таки Лешек рассчитывает, что их получит он. Да, Лешек? Класс. Аточка, ты тут все решила, да? Все подъедаешь. Красавец. С каким большим уже животом. Вон.
какой живот у нашей Адочки. Адочка. Красавица. Оп, все, смена локации. Лешек подхватил еще несколько кусочков арбуза и сместился подальше. Здесь Ада все-таки ожидает последних угощений. И я, конечно же, отправляю все к ним в кормушку. Оп. Ада, держи. Бросаю, лови. На Фаня в расчете, что дадут что-то, чего еще ему не давали, но не я. Главное, что с Адой мы вот отработали такую схему, я ей могу подбросить, и она с ловкостью ловит. Ну, друзья, вот и мой эксперимент, как говорится, закончен. Сегодня все гамадрилы получили от меня угощение арбуз. Всем понравилось. Ну, наверное, кроме Нафани. Он все попробовал, надкусил и бросил. Видно, ему не очень арбуз. Но остальным самкам очень даже по душе. Вон. Сказка в восторге. Подбирает последние угощения. И все. И здесь еще немного покажу вам. Все, мне нравится снимать, конечно же, малышей. Малыши более прикольные. Ну, они все разбегаются. Вон даже Лешек уже убежал подальше от меня. Ну, день арбуза у меня закончен. Все гамадрилы получили максимум удовольствия. Я в восторге. Надеюсь, друзья, вы тоже. Поэтому не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик. Кто не подписался, подпишитесь. Ну и, конечно же, приезжайте в наш любимый зоопарк «Сказка» в городе Ялта и наблюдайте за жизнью наших потрясающих любимых питомцев. Ну а я иду дальше. Всем отличного настроения. Пока-пока!